Здравствуйте, здравствуйте. Мы по лесу гуляем. Может, грибы найдем. Может, повезет. Так, что там? Не вижу ничего. О, какие красотулечки, опяточки. Маленький. Опяточки. Я в руки не беру, ты что? Я так их с ними за ушком почухала, как рыжего. Они такие рыженькие мне напомнили нашего песика любимого. Нет грибов совсем. Мало. Муж идет, уже переживает, что надо будет, наверное, где-то на базар. А что на базаре? Что на базаре? Если грибов не будет, то и на базаре их не будет. Если будет на базаре, то и мы что-нибудь соберем. Что-то этот год неудачный во всем. Ну, побежали дальше. О, какие лежат, они уже здесь 100 лет. Оно, я не хочу туда пробираться. А вот там иди тот сорви. А? Ну это окаймленный. А он тут иди куча. А цене. А? Иди тут куча цигарет. Да. Далеко иди. Какие серебряные фиги. О, а, це такі красавці. Ну це ж не... Да, ні. Уже хто-то рвав. Є такі осінню ростуть. Ну, красиві. Красотулі, красотулі. От видите, що ми вам показуємо. Да, съедобного что-то совсем нет. Тут тоже красотуля стоит несъедобная. Ну вот, побежали дальше. Может, что-то съедобное найдем. Ну, может, если уже пошли вот эти такие опята, то нормальные скоро начнут расти. Видите, какой букет! Какие шикарные! Какая красота! Красотень какая! Какая! Ну так может уже те опята нормальные. И там красотули. Слушай, может пойти на те пни, там, где бы мы опята собирали, нормальные. Дожди пошли, может, что-то начало расти. О, дождевички. Дождевички. Дождик пошел. И... Дождевички в рост пошли. Ну вот все-таки, слушайте, будут дожди. Дожди-то будут. А вот грибы. А вот грибы. Только красота. Только красота. Только красота. Сегодня будет день красоты. Лесной. И ничего более. Это что за гриб такой? Что-то такое, что мы не берем. Где ты там? Потеряла мужа. А? А, вижу уже красный рюкзак. Ты что, что-то нашел?
А то у меня одна красотень. Так, так, бегу, бегу, чтобы еще не прицепиться через что-нибудь. Так, бегу. Бегу, бегу. Видите, где мы ходим? Где мы ходим? Белые грибы. Че, был? Помню от старости. От старости? Никто его бедного. Ты меня из-за этого белого гриба звал. Бедненький состарился. Ой. А, опять красоту вижу. Говорю, опять красоту вижу, но ничего более. В ожидании съедобных. Здесь мы опята собираем съедобные, нормальные, просто обычные осенние. Но ничего нет. Муж опять говорит, если тебе красота надо, то иди сними. Ой, сегодня одна красота. Что красота, то красота. Прямо красотулечки. Прямо красотулечки. Вот, освобожу их от плена пня. Видите, какие. Ой, как пробиваются. Ой, как пробиваются. А те, которые надо, лентяйничают. Это уже кто-то был до нас. Или это ты уже там нахулиганил? Нет, это кто-то до тебя нахулиганил. О, еще вижу. Ну, может, слушайте, будут грибы, а? Ну, такое ж не может быть, чтобы больше не были. Видите, как? Какие грибочки. Какие грибочки. А какой пень? Я так люблю эти такие пни. Красота, красота. И птичка радуется вместе со мной. Так что заходите к нам в гости. Возможно, вам и нормальные грибы когда-нибудь покажем. Он тоже птичка как зовет. Видите, какие красавцы. Какие красавцы. Одна красота. Одна красота. Что мечта твоего детства? Ну вот показывают дерево, блин, такое для детей. Это в Украине. Да, так когда-то в детстве были дожди нормальные, нормальная была погода. И когда-то мать моя рассказывала, как она вот такие деревья находила, все в опятах, раздевалась, такие рубашки носили когда-то женщины. Ну, потом это комбинации. Ай, вот это... Все набивалось, и ведра, и короб, и как это, сорочку, как нас говорят, набивала, это все загружала и тащила. И никто не сказал, что кошек надо. Да, муж возмущается, там кого-то смотрел, грибников. Ну и мужчина говорит, идет с металлическим ведром за грибами. Я начал читать комментарии, муж. Комментарии. Фу!
Как так можно с металлическим ведром в лес? Мужу ей написала, а чем надо? Она ему ответила. Она написала, кошелку. С кошелкой надо. Ну да, ну да. С кошелкой. Это, знаете, такие романтики, грибники. С кошелкой ходят. На диване даже задницу написано. Ну да. Кроме старых кошелков. Вы знаете, сколько вот писали такие, знаешь, комментарии. Потом начинала переписываться, оказывалось, дедушки, бабушки собирали грибы и им рассказывали. Ой, знатоки. А вы возьмите кошелку, да походите с кошелкой по лесу. Кошелка очень неудобна. Берут то, что удобно. Будут рассказывать, что споры надо рассеивать. Какие споры? Вы что? Споры в перезревших грибах. А кто берет перезревшие грибы? Никто. Взяла бы ты сегодня ведро. Добрый день, еще раз занесли. Да. И гуляли бы сейчас с кошелкой. Так что давайте в лес в надежде, что будет урожай осенних грибов. До свидания. Всего всем хорошего.